Добрый день, уважаемые коллеги. Я Маргарита уже начала говорить о том, из чего состоит наша программа. Она у нас поблочная. Состоит изначально с утра мы знакомимся с оргкомитетом. Также у нас каждый день приходят встречи, называемые «История успеха» с теми молодыми людьми, которые уже добились путевых успехов и готовы делиться этим опытом с другими ребятами. Вариативная часть программы состоит из 5 основных блоков. Содержание учитывает те цели пожилых участников, которые они нам прописывали, когда подавали заявку на участие в конкурсном отборе на летнюю школу. Таким образом, мы выделили 5 основных блоков. Первый блок – это «Россия-2035», «Татарстан-2030». Он посвящен тем трендам, тем изменениям, которые происходят в обществе, в экономике, в государстве, как это влияет на самого молодого человека и на его дальнейшую возможность реализовать себя и свой талант. Соответственно, здесь у нас будет знакомый со стратегией «Татарстан-2030», и ребята будут знакомиться с теми направлениями, которые выделены в ее рамках, это наше дело, это республика. Также они познакомятся с теми программами типа цифровой экономики, которая принята в Российской Федерации, и поймут, как она влияет на них, как она влияет на их карьерную траекторию, на рынок труда. А следующий блок, он у нас посвящен профессиональным компетенциям будущего. Здесь мы ставим перед собой задачу показать ребятам те компетенции, которые уже сейчас являются одними из самых востребованных. Например, машинное обучение. Да, наши коллеги из IT-парка проводят целый курс для группы ребят, познакомить их с этой компетенцией. То же самое, разработка на Java, прототипирование разных технологий, которые представляет Мангышский СМИК нам. Также, например, мы будем знакомить ребят с лекция Атлантического университета про энергию будущего, источники энергии будущего. Они познакомятся со сферой предпринимательства химических полимеров. Да, это как раз